Центральный банк России отозвал лицензию банка Бородино. Я надеюсь, деньги с продажи моей квартиры в ячейке. Ну, конечно, как договаривались. Ты же врешь? Конечно, да. В смысле, конечно, нет. Я тебе доверилась, а ты все просрал, мудила! Любимая бросила. Раздевайся, ложись! Харитон? Они играют на... Любка тебя с площадки удалила. На лед больше не выходи. А более идиотских метафор у тебя нет? Играет! Я ради нас с тобой на все пойду. Нас больше нет. Мы есть, и я тебе это докажу. Харитоша, ты же его убьешь! Владелец банка. Почему листик на мне такой маленький? Это оригинал. Какой-то оригинал, саботаж. Принято на растим. Знаешь, какой у меня оригинал? Я достану оригинал. Будете лепить здесь все. Кинул Сашу на деньги. Нужно срочно снять деньги со счета. Ребенку нужна операция. И лишил друзей пенсии. Это Заза. У него три ходки. Заза поможет нам вернуть наши деньги. Он уже три раза банки грабил. Три раза грабил банки, три раза сидел в тюрьме. Статистика, конечно, не очень. И Кимора у расхода я сказал деле. Кимора, это он сейчас про меня сказал? Слышь ты, кочепур волосатый. Антонина! Чтобы внедриться в тыл врага. Добрый день. Саша станет няней. Мы его ожидали. Еще не ждали. Щекастик. Я ведь няня элитная, можно сказать, топ. Что, простите? Топ. Топ. Топает малыш. Гимн моей профессии. Боря не совсем обычный ребенок. Приятно познакомиться. Да пошел ты. Как на деда похож. Няни тут чаще всего меняются. Мне кажется, их даже хоронят тут у нас в саду. Чтоб без шума. На что пойдет Рубинштейн? Чтобы вернуть деньги и любимую. Ты опять в этого трансвестита переоделся? Слышь, ты лесбиянка старая, ну-ка отпусти ее! Ну же тебя так любит. Это правда, очень любит. Новый год бежим встречать. Вот трогать не надо. Рева, бабушка опять. Так чувствует себя богиней. Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители. При поддержке остатков пенсионного фонда. Я хочу с тобой на всю ночь. Зацелуй меня всю. С 3 января в кино.